Ивановре. Поэтому интересно нам, конечно, сейчас посмотреть закате. И очень хочется, чтобы она все-таки пожелательно, чтобы она пробежала достойно. А вот трибуны заполнились уже процентов на 70, хотя начиналось все минут 15 назад, и здесь они, трибуны были так, ну, достаточно прореженными ряды. Вот сейчас Катя Абрамова, скоро уже побежит и Катя Лобышева, главный любитель. Катя Лобышева все и подойдут, конечно. Ну и за Катю Абрамову, конечно, сейчас тоже поболеет. Итак, Анна Ракита и Екатерина Абрамова. Что сейчас не понравилось стартеру? Кто-то, видимо, переехал линию старта. И сделал замечание Раките. Да, жалко, неприятно. Но здесь стартер показал, что не переехали за линию, а что очень медленно садилась спортсменка. Да, вот это тоже есть такой пункт в правилах. Да, принимала стартовое положение. Хотя бывает такое, что кто-то очень торопится, ну так кажется, со стороны. Не знаю, можно ли в этом сейчас обвинить Катю Абрамову. Вторая спортсменка делает это с большим запозданием, но за это тоже определяют фальстарт. Но это очень хитрая вещь, которой пользуются спортсмены. Здесь нужно, очень важно, не сесть первому резко в посадку и ждать, пока сядет, займет стартовое положение твоя соперница. Нужно все-таки смотреть, кося глаза, скосив взгляд, как говорится. Поэтому очень важно не стоять в статическом положении очень долго. Итак, разгон 25-98. Видим, очень хороший разгон Кати Абрамовой. Очень хороший разгон. Это первый разгон, в общем-то, из того, что мы видели. Ну что, хорошо она входит в этой малый поворот, удерживает. Радиус пока что, но все пока неплохо. Пока что она неплохо бежит, да. Сейчас все начнется. Вот здесь самое главное. 29,1. Еще один очень хороший круг. Очень сильно она уже оторвалась от Анны Ракиты. Хотя и у Ракиты неплохой круг. 33. Но вот, конечно, самое сложное начнется сейчас. Последние. Сейчас самое главное сделать круг 35-37 хотя бы такой, чтобы не было очень большого перепада. Да, уже немножечко тяжеловато, тяжеловато. Да, видно, да. Вот Катя подсела уже. 31-3. Ну и вот эти самые сложные последние 400 метров. Тяжеловато начинает уже толкаться Екатерина, но здесь просто нужно терпеть. Остается, да, немного, вот последние 200 метров. Самое сложное. Вот они, последние метры дистанции. Вот здесь самое сложное, конечно. Важно очень спортсменке досидеть в посадке, как говорят тренеры-специалисты. И толкаться, толкаться в сторону. Ну вот сняла вторую руку, финиширует изо всех сил. Тяжело, очень тяжело. Уже, видите, толкает ноги. 34,2. Да. Жаль. Ну, неплохое, конечно, время. Сама мы видим, Катя довольна. Особенно учитывая, что у нее накануне не получилось. Но вот если бы не 34,2, если бы там 32,5 хотя бы удержать, вы понимаете, время было бы из двух минут. А учитывая, насколько сложное было, результат хороший. Вот в чем и заключается дистанция 1500 метров. Вот представьте, первый круг 29,1, третий круг 34,2. Перепад в 5 секунд. Видите, вот здесь же толкает сама ноги. Ну, по реакции тренерского состава и Кати мы видим...